Всем здоровки, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чербятки. Сегодня со мной Донни и Димка Федоров. И это битва воров против копов в GTA 5 онлайн. Кокусяндр! Итак, ребятушки, сегодня мы с вами приехали в район Стротбери, где у нас есть три парковочки. Напомню правила. На каждой из них стоит по три машины. Моя задача в течение 10-15 минут угнать 2-3 тачки. А сделать это нужно так, чтобы копы не спалили место, куда я пригоняю тачку. Ну и вообще, как бы сделать так, чтобы они не дали мне их угнать, потому что копы могут придумать какую-нибудь срань господню, как обычно это бывает. Так, ну ладно, давайте готовиться и посмотрим, что из этого сегодня у нас получится. Давай. Итак, ребята, сегодня я решил опять-таки потроллить ребят. Не знаю, получится мой коварный план или нет, но тем не менее, на первый раз думаю, что давайте попробуем как минимум его реализовать. А в общем-то, что мы сегодня будем делать? Я буду сегодня вот такой полупрозрачную гонять тачки. Чтобы это было более профитно, я также буду делать машины, которые будут стараться угнать, тоже такими же прозрачными. То есть, ребятам будет тяжело их заметить, но на самом деле не знаю, что из этого получится. А задача непосредственно сесть в машину, быстренько сделать ее невидимкой и угнать как можно дальше, сделать где-то свою нычку. Надеюсь, что ребята не поймут даже, что происходит. А в любом случае, давайте готовиться. Я уже, в принципе, готов. Надеюсь, что ребята там тоже уже придумали какие-то свои позывные. Думаю, будет весело также, конечно же. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Давайте начинать. Погнали. Итак, ребята, наше время начинается здесь и сейчас. Погнали, посмотрим, что из этого всего получится. Потому что, если честно, райончик-то довольно-таки такой. Бодрячком. Себя показывает. Бушной, я бы сказал бы. Какой? Так, понимаю. Есть третья тачка, я не пойму. Где? Какая? Что? Сисяндр тачка, ты сказал? Кому что? Третья тачка, говорю. А, третья тачка? Вопрос, где ты находишься? Ты скажи, где ты, а я скажу, где она есть. Ты где находишься, слышишь? Где ты находишься, слышишь? Это Карин, это Карин. Карин нашел? А, во, Супра. Ёп. Ты что, Супру захотела? Я понял. Ах ты, Супа захотела. Так, ребят, ну, короче, пока что все не совсем хорошо, потому что я не знаю, как будем действовать. Пока что все отвратительно, на самом деле. Так, но не сдаемся, не сдаемся. Не сдаемся. Тут блинчики у тебя кто-то скушал? Ну, это попадос. Есть в автосалончик. Блинчики-то это. Блинчики это очень важная тема. Было сообщение. Кому? Зачем? Кому ты что хочешь сообщить? Тебе хочу сообщить, что вы вафля. Ну такое. Абонент не получил ваше сообщение, поэтому. Он находится вне зоны действия сети. У нас макаки завелись. Какие? Понял. Ванёк, это ты был? Стоп. Да. Где? Да. Наверное. Скорее я, чем не я. А. Что? Макаки? Где это шимпанзе? Где это шимпанзе? Покажите мне ее. Я, если честно, не понимаю до конца, что сейчас происходит. Прям вообще не понимаю. Угу. Подозрительно. А вот это подозрительно максимально. Что же делать-то? Что же делать? Что же делать мне? Не понимаю. Снимай штаны и бегать. Ну я и так этим занимаюсь уже на протяжении целых 2 минут. Я не знаю, что делать, они охренеть какие быстрые, они даже не уезжают отсюда, даже не собираются, походу. Ну, конечно, не собираемся. Это плохо. Подожди, подожди, ты бегаешь без штанов 2 минуты уже? Да. Конечно. А ты как думал? Я никак не думал. Что? Чего? Понимаю. Ты больной или как, Валера? Ты ж, а как это? Он накинул мантию, это, невидимки. Только она как-то китайская оказалась, до конца не сработала. Охереть, просто надо же было выехать в лоб. Но это нереально, у них 2 быстрых гиперкара, у меня даже Супра едет 150, вы серьезно что ли? Я тебя потолкну, братан. Чё за бешеные тачки, алё? Пошел ты! Так, я еще живой. Как ты не улетел? Да, кстати, тоже. Тоже интересно, почему я не улетел. Получилось все весьма хорошо. Ты чё, ты должен был улететь? Нет, ребят, ну это как думаешь, было. Я, дурак? Я не уеду от таких быстрых тачек, но это вообще невозможно. Это у меня там. Нет ничего невозможного. Тачки, даже без прокачки. Не, у меня ага. Прокачка. Скажи мне это, когда я еду 140, и они летят там не знаю сколько. А что делать? Я же прозрачный. Это интерсепторы, они должны быть быстрее. У меня АХ-21 называется тачка. Я сомневаюсь, что это в реале было. А у меня пенетратор, но так не называется, но просто суть в этом же. Бляха-муха, а что делать?
А что делать-то? Снимаешь штаны и бегать. Это, ну это нереально, ребята. Ты застрял? Ну я врезал. Это нереально, это слишком быстрые машины. Короче, тут понятно все, ребят. Итак, ребята, очередной заезд, пробуем. Что-то прям вообще люто было. Я даже не знаю, что тут такого быстрого есть. Надо по стояночкам проехать, посмотреть. Тут как минимум тачка нужна 250 км в час. Ну, это нереально против таких тачек. Так. И спекли. Можно к вам сессию? Можно. Но пока тебя нет, у нас, значит, все будет хорошо. Но это не точно. О, я вернулся. Серьезно? Я вернулся. А машина, где моя машина? Ах ты. А вот моя машина. Короче, он как всегда там эти, Копперфилд, занимается непонятной херней. Так, ну я не знаю, ребят, как будем сейчас действовать, потому что... Поселок Медиман. Все слишком жестко. Я пока... Так, подожди, первое... У меня машины скопировались. Серьезно? Хорошо тебе, можно по две тачки угонять. А, вот, третья. Все, понял. Он меня не видит или делает вид, что меня не видит? Кто? Ты меня видишь? Кого? Ты меня видишь, говорю? Или он притворяет? А я смотрю, я машины скопировались, понял? Я такой типа думаю, что заезжает, тут ты такой забегаешь по лестнице, побежал такой, оп, думаю. Понимаю. Итак, ребят, продолжаем, действуем. В общем-то, нужно что-то придумать. У них там какой-то сонар стоит в заднице, они прям где бы я ни находился, за мной катаются, это странно. Так. Сонар задница. Ну ты же сам был копом, ты понимаешь, как это работает, в чем проблема-то? Ну, как бы... Сам был в нашей шкуре, поэтому сам знаешь, все прекрасно. Офигеть, я сейчас еду на стандартной машине, я чувствую, что она в разы быстрее, чем была у меня машина, и до этого два раза. Прям вообще небо и земля, серьезно. Так. На чем ты топишь таким? На Азии, что ли, топишь? Азия? Что за Азия? Что за Азия? Ладно, забей. А за кем копы? Не знаю. Иди за ним, они тебя приведут к цели, значит за ним все-таки были копы. Зря сказал. Так. Слышишь, Ванёк, а у нас блоки тормозили и припарковывались с ударами или нет? С ударами? Чего? Да, на парковке прям ударялись. Нет, вроде. Просто сейчас звук удара был. А, чего? В смысле, где? Непонятно, ну, пока максимально. Ебаешь! Понимаю. Да все в порядке, ты смотрел? Я не знаю, но там был удар, короче. Кто-то припарковался прям с характерным ударом. Не знаю, что у вас происходит, у меня все нормально вроде. Не ебаешь! Успокойся. Видишь сердце? Ебаешь! Что, бля, происходит? Да. Ну, тачку угнал. Знаешь, чем прикол? Она такая красненькая. А, нет. Я в конце улицы ее увидел, где-то она сюда поехала. А я увидел тебя, а потом ее. Чего? Не может такого быть. Ой-ой, я перевернулся. И такого не может быть. Ты так. Перекрасил уже? По-любому, сюда поехал. Ту-дун. Мяш, ты где? Ёб твою медь. А где вы? Я все еще там катаюсь. Не знаю. А тут склад. Склад? Че он там делает? Склад, говорит, какой-то. Это максимально сейчас странно все. Потому что чебупель, который проехал мимо, он-то хитрый чебупель. Где? Кто? Сюда иди. Да нет, ты че? Брось ты это дело. Оно тебе не нужно, коп! Вот просто не нужно. Не надо. Думаешь? Да, не делай этого. Все будет хорошо у тебя в жизни, если ты не будешь делать всякую ерунду. Зарплату поднимут. Звание получишь.
Кто мне зарплату? Кто мне какое звание? Какая зарплата? Алло. Все будет хорошо. Просто надейся и верь. Это когда Юрец не смог стать, короче, полканом, он такой, знаешь, типа, мечта. Мой милый падаван, ты все сделаешь сам за меня. Да-да-да. Так работает, нет? Да, если да, будет прикольно. Так, окей, сработано вроде. Время еще есть, поэтому все хорошо вроде как у нас. Ну что ж, ребята, продолжаем. Место, кстати, нычку мы нашли прикольную. Я видел, как он был рядом. Я вот не знаю, спалил он меня или нет, потому что подозрительно все это было максимально. Нычку он, значит. Нычку, нычку, шнычку. Нычка, шнычка. Шныч. Шныцель. Ну кому как. Может быть и шныцель. Ебаешь! Иди сюда. Да успокойся ты уже. Это максимально угарно звучит. Так, ты будешь... Ты где? Иди сюда. Прозрачный сисяндр у меня. Вот так вот. Хорошо. Кто? Что? Кто? Кто? Что? Он прозрачный. Ты прозрачный? Нет. Вроде а полный. Кто был прозрачным сисяндром? На те скажи. Вот. Прозрачную сделал. Все понятно. А тебе скажи. Что ты думаешь, что я тебя не спалил? Где? Поступок знаешь ли. Где ты меня спалил? Местного. А где ты? Когда в прошлый раз ты угонял. Ну, меня там тот другой спалил. Они меня сдублировались, как бы. А, да что так? Вот это прикольно. Угнал одну тачку, он даже не понял, что тачка осталась. Так. Кстати, да. Это максимально было бы прикольно, если бы так работал. Что здесь кинуть новости? И тишина. И мертвые вдоль дороги стоят и дышат. Че так тихо-то? Мне же не по себе сразу. Не надо никого таранить. Так, понимаю. Это похоже на позывной. Это позывной, понял, Дима? Спокойствие. Выпрыни его, дурак. Кого выпрыгнуть? Это не для серии. А, да ладно, ты серьезно? Да как так-то, алло? Да пошел ты в задницу, я на таких скоростях ездю. Как вы за мной смотрите вообще? Как, откуда вы смотрите за мной? Как вы это делаете? Это нереально. Неважно. В смысле неважно? Это нереально, я еду... Сколько? 250. До поворотов нам хватает, чтобы тебя увидеть. Ну такое... Да нет, нереально, вы там что, с нитро ездите, что ли? Да нет, Андреал, вы чё, ребят? Я угнал, охереть, какую быструю тачку, кстати, на удивление, но... Камон. Обычно, чтобы 811 ехал столько же. Ты давай, ты дым не сюдым, а ты дым отсюдым. Понял? Отсюдым? Отсюдым прям, ты дым. Не, короче, ну это камон, это нереально. А что делать будем? Ну, нереально, да. Ну, тогда вот так будем делать. А что еще остается? А что нам еще остается, как говорится, поэтому поехали. Поехали, посмотрим, что из этого получится. Потом скажу. Что? Самое прикольное, я вижу этого эпилепсика, как он метит, ну прыгает туда-сюда и... Ладно, Ванёк, ты видишь это? Я чего? Не знаю, я же в другом месте, уже далеко-далеко. Что происходит? Какие эпилепсики? Ты уже, может, ну, определишься, куда тебе надо тачку угонять-то или нет? Ну, определюсь. Когда машина от меня точно отстанет сзади. Потом уже посмотрим. Я так устал за тобой кататься. Уже столько времени прошло, ты никак тачку не привезешь. Ну-ну-ну. Ну, нормально. Иди у нас в своей нычке. Самое главное, что время есть. Самое главное, что есть время. Так. По этим закоулкам всем ездить, ты, конечно... Самое тупое, знаете что? У меня машина беззвучная, это максимально тупо. Как будто я просто не еду, а непонятно, что делаю. Так. Нахера ты снова в город приехал, объясни мне. Чего? Ну в город зачем приехал, объясни мне. Так я из него не уезжал. Я из города-то не уезжал.
Не, ну ты на окраине был, вот, а сейчас ты в центре города, как бы такое сидел. Какой центр города? Это не центр города. Чего происходит, а я не понимаю? А что это? Ты доставишь ее сегодня или нет? Чё? Ну окей, понимаю. Итак, ребята, на самом деле эту тачку я угнал, но камон. Это вообще не то, что я планировал. И не туда, куда я планировал. Ну, 811-е вот эти, либо икса, которые на жопе сидят, но от них нереально уехать даже на быстрой тачке, вот что я понял. Поэтому нужно придумать какой-то коварный план. На жопе. Кто на жопе сидит? Да все мы сидим так-то на жопе сейчас, за что? Ну. А, что? Я просто не понимаю уже, что происходит. Они что-то ненормальные какие-то сегодня. Чё вообще происходит у вас? Вы нормальные, нет? Они, короче, катаются по всему району, а с ними ничего не сделаешь. Вы это видели, ребята? А, с нами, ага. А что ты с нами делаешь, помню, собрался? Помню ролик, когда я приезжал на Чпока, и ты мне не давал вообще тачку увезти, поэтому на давай. Чпок, так и не терпел взорвать всю парковку-то, как бы. Сам виноват. А тут вообще не при делах. Блин, у меня две машины везде стоят, я не знаю, какая из них, как бы, нормальная. Две машины где стоят? Ну, по две машины у меня стоят везде на стоянках. Не знаю, да не, вы моя, настолько быстрые, вообще. Что, блин, тут даже просто обычно шагом не подойти к ним вообще никак. Это вообще нереально. Вот просто нереально. Ну так а ты это, Юрец, здесь так. Твои ждут тебя. Кто? Вот трое. Ну трое здесь ждут, короче, пока ты им принесешь. Написано. А консоль... Что? Barst again, need money to... Короче, им нужны деньги. Короче, да. Едь, заправляй их. Что происходит, я вообще не понимаю. Ну, короче, ладно, ребята, тут габелло, вообще сразу ясно, что, ну, вообще, камон, что делать? Ну, не знаю, угнал ты нормально в прошлый раз. Ну, не знаю, не камон, знаю. Я не верю, что я угнал тачку. А кто тебе сказал, что я не угнал тачку? Может, я уже угнал тачку? Откуда ты знаешь? Откуда ты это знаешь? Потому что стоянки у нас все как бы проверены. Там нормально делается сверху. У меня, да, все четко. Окей, да, я вниз поеду обратно. А, угнал, да, понял. Но, учитывая то, что есть всего один путь, по которому ты мог уехать, это в эту сторону. Понимаю. Путь мой ведет меня туда, куда я еду. Угнал-то хоть... Ну не знаю, ехал, не видел. Блин, максимально пока не понимаю, что происходит. Но это нереально, прям просто даже перебежками. Ну хотя, реально, я же перебежал. Но нереально. Но нереально, так. Я до последнего не расслабляюсь, потому что оба раза, когда я угонял тачку, оба раза у меня были рядом на хвосту копы. А вот он! Красавчик! Нормально, Юрец, хорошо приехал. Фуфил, что еще сказать? Чего? Фуфлиндос. Как бы никого нету. Раз... Ну да, да, да. В эту сторону уехал. Ага. Так, но это херня, это они фуфляндиют. Я никого не вижу. Иксашки было бы видно сразу. А кто сказал, что мы на Иксашке? Да потому что вы только что на них сидели. Сашка. А вертолеты ты не исключаешь? Нет, они запрещены. А у нас разрешены, ничего не знаю. Ну. Так, я ребят. Запрещены. Ты катаешь за мной? На вертолете? Катается с тобой? Понимаю. Так, ребят, ну, короче, я пригнал последнюю машину, но окей, давайте открывать карты, потому что я до последнего не верю, что у меня получилось все идеально. Вы знаете, где моя парковочка? Конечно, идеально все никогда не получится. Я нет. Я нет. Понимаю. Так, а ты где? А, вы оба здесь? А что вы оба тут делаете? Да. Вы что, друг за другом катаетесь? Просто катаемся, но...
типа. Ты уехал, ты да. Парился, понимаю. Я столько всяких фраз закидывал, что ты в это верил и сам пугался. Не, на самом деле просто. В конце серии ты уже был настолько напуганный, что. Я не был напуганный, просто все вот это дело, которое вы вели, я все это время ехал в туннеле. Туннель оказался очень длинным, и я в итоге, короче, вот все это время ехал. Короче, смотрите, где я нашел нычку прикольную, кстати. Нашел старый клад, так сказать. Угадай, в каком тачке, угадайте. Четвертый. Я беру четвертый. Подсмотрел, что ли? Четвертый, реально. Угадал, второй и четвертый. И, короче, еще вторая парковочка есть. Она вот как раз после туннеля была, и в итоге я пригнал его просто в магазин, автомобиль. Все-таки я тебя напугал, да? За мной, короче, все время ехали вот ваши машины. Я так подумал, надо что-то делать по дороге, нереально угнать. Я вот нырнул, получается, в туннель. Дядь, мы на тебя на груве уже потеряли, а там что-то там делал. Не ври, за мной точно была тачка, даже было видно. Ребята, тайм-кодик напишите, ну была тачка, я видел ее, что за мной едет. Потому что у таких тачек не катается по городу. Я после грувы уехал обратно на заправку, потому что я ждал. Ну не знаю, ну как минимум тачка была. Короче, ребят, давайте проверим, тайм-кодики напишите. Ну потому что я прям смотрел назад, я видел машину. Перед тем, как нырнуть, получается проезд. Ладно, такая серия получилась. Сегодня удалось угнать тачки у копов, это отлично. В любом случае, давайте наберем 5000 лайков, подписывайтесь, если нравятся такие рубрики, не пропускайте и, конечно же, ставьте колокольчики и уведомления. Всем пока. Пока. Пока, ребят.